Вчера я очень весело покатался на машинке, и сегодня я хочу закрасить ее в черный цвет, чтобы не осталось никакой раскраски заводской. Потом можно будет по этому черному цвету сделать какую-то свою персональную раскраску. Ага, все это фигня, нужно что-то другое. А вот это супер решение. Одну выкурил бы до того, как начал красить, другую после, то есть сейчас. Получается, что пачка лежит с 30 января 2017 года. Сейчас я курящий человек, который бросил курить, бросивший курить. А с какого момента я смогу называть себя некурящим человеком? Ну, в смысле, не куря. Хотя, наверное, он и не будет никогда не курящим, он будет всегда бросивший. Это так. Более важная вторая штука. Сегодня 42 дня, 6 недель ровно, как... 6 и 7, 42, да. Как я не пью. Но выпить хочется. И немаловажно, жена предательски пьет вино. Выход у меня будет такой. Я сейчас иду в магазин, беру мороженое. И я постараюсь отвлечься, поиграю в игры в компьютерные. Последние два месяца, как я начал записывать вот эти видео, я ни разу не играл в игры. Основные мои две игры, в которые я играю, это шахматы, блиц, который моментально можно сыграть, и игра в змейку. Я не хочу выпить, как с бодуна, когда просыпаешься, это нужна бутылка пива там, чтобы поправить самочувствие. Нет, совершенно какой бодуна, 42 дня не пью ничего. Просто как-то головой вот так вот выпить, посидеть, прогуляться по городу. Будем гнать, будем жрать мороженое и играть в змейку. В общем, я 5 минут поиграл в змейку, сейчас начал есть мороженое, меня подотпустило. Все прекрасно. А Оля ищет фильм с Руни Мара. Погоди, не наливай, в кадре нальешь. Ну, Зина. Я не хочу в кадре. А, тебе не надо в кадр? Я думала, звук такой. Давай звук, хорошо.